Два века назад 4000 горцев переправились через Кубань, пытаясь захватить мирные земли. Полковник Лех Птиховский и 150 казаков противостояли захватчикам. Погибли все до единого, но отстояли родную землю. Красноармейский район на Тиховские поминовения со всех станиц и хуторов съехались казаки и казачки, воспитанники казачьих классов. Герои, что покоятся в этой земле, показали пример невероятного мужества, казачьего братства и преданности интересам Родины. На таких примерах нужно воспитывать будущее поколение. К братской могиле героев возложили венки и цветы. В память по погибшим казакам отслужили молебен и прошли стройными рядами те, кто стоит на страже Родины сегодня и готовится защищать ее завтра. Значимость мероприятия очень высока, потому что больше 200 лет назад казаки Льва Тиховского закрыли собой прорыв неприятеля на территорию Кубани, на территорию России. Необходимо просто доносить до людей сейчас, доносить до детей, тем более в нынешней обстановке нашей политической, чтобы люди знали и могли на кого-то равняться и выполнять такие же задачи. После митинга казаки принимали присягу. Каждый курень предоставил свою небольшую программу. Кто на саблях упражнялся, кто народные песни исполнял. У меня муж казак. Сегодня такой день серьезный. Мы вспоминаем всех тех, кто упал здесь, защищал своих соотечественников, своих земляков. Маленькие казачата хорошо усвоили главные жизненные ценности. Надо быть очень смелым, очень любить свою родину, быть патриотом. Я горжусь своей родиной. Я горжусь, что я учусь в казачьем классе. Даже по прошествии более 2 веков полк Льва Тиховского – символ мужества и преданности, нерушимой клятвы и самоотверженности.